сколько раз говорила, у нас всего довольно. Поставь вон там и проваливай. Гурман? О, наконец-то! Когда я услышала, что гурман приедет готовить праздничный обед для императора, я сперва даже не поверила. Просто... Вы Норт. Я бы никогда не подумала. Но где же вы тогда научились так готовить? Тут? В Скайриме? Или где-то в другом месте? О, да, конечно. Император заказал ваше коронное блюдо. Бульон Le Magnifique. Я позволила себе начать приготовление. Но в поваренной книге только общие правила. И все готовят бульон по-разному. Я была бы счастлива, если бы вы приготовили его по своему рецепту. Базовый бульон уже готов. Можно начинать прямо сейчас. Итак, какой ингредиент сейчас добавить? Оу, какой декаданс. Я бы никогда не подумала. Что теперь? Прах вампира? Серьезно? Ладно. Да, пожалуй, это добавит немного земляной привкус. И как ни странно, у нас есть немного праха. Хорошо, а что теперь? Палец великана? Вы в этом уверены? Конечно, я... Прости, один палец великана. Что... Что теперь? Септим? То есть монетку? Правда? А, я понимаю. Это даст бульон Le Magnifique. Легкое металлическое... но изысканное послевкусие. Просто гениально. Думаю, наш суп готов. Если еще что-то добавить, вкус только ухудшится. Так ведь? Великолепно. Они уже наверняка нас ждут. И если позволите, это была большая честь готовиться лучшим поваром в империи. Я понесу блюдо и проведу вас в трапезную. Наверняка император и его гости мечтают с вами познакомиться. Император будет в восторге. Иначе и быть. Я так нервничаю. Не волнует то, что случилось. Ни капельки. Это ты о свадьбе и убийстве моей сестры? Печальное недоразумение. Вот и мы. Не более Боги, того. Я волнуюсь. Холодный мёд. Всего через минуту мы войдем внутрь. Прошу, я буду подавать. Ты просто стой и блистай. А еще это случай с молодым офицером. Марон, кажется. Как это прискорбно. Сын твоего командира планирует тебя убить. Да, не очень приятная история, но это единичный случай. Меня уверили, что сын того человека спланировал все в одиночку. По правде говоря, нам опасаться нечего. Убийство императора? Возможно, в этом есть смысл. Но дружба с ним — это действительно выгодно. Уверен, вы все со мной согласитесь. Ага, вот и он. Высокочтимые гости, рекомендую. Гурме. О, бульон Le Magnifique. Удивительно вкусно. И мне, вашему императору, разумеется, принадлежит право первым попробовать его. Соберись, Джоанна, соберись. О, потрясающе. Какой тонкий вкус. Мои ожидания полностью оправдались. Может Это быть, идеально. Когда мы Прошу закончим, вас, угощайтесь. Вы подпишете для меня свою книгу. Я очень давно ждал такой возможности. Я так нервничаю. Я так рад, что мы задержали вас в Скайриме.
Конечно, стоит подождать, чтобы стать поваром самого императора. Гурман, это великая честь для меня. Мы с женой обожаем ваши клубничные пирожные. Бульон ле манифик. Пахнет великолепно. Я так нервничаю. Гурман, Тит живет на широкую ногу. Очень приятно. Нужно что-то? Во имя богов! Гурман убил императора! В атаку! Вне всяких сомнений, это был самый несносный из всех двойников императора. Я рад, что он мертв. И еще больше рад от того, что это твоя работа. Убийца из темного братства только что покусился на жизнь императора. И если бы это был настоящий император, покушение бы удалось. Удивляешься? Я тоже удивился, когда некто из твоей семьи пришел ко мне с этим планом. Видишь ли, мы заключили сделку. Обмен. Я получаю тебя, а темное братство продолжает существовать. Ну, знаешь что? Я передумал. Как насчет такого плана? Я убью тебя и зарежу всех и каждого из твоих ничтожных друзей. Ваше убежище прямо сейчас берут штурмом. Вот что я думаю об этой сделке. Вы убили моего сына! Вы все! И вы за это заплатите! Убейте его! Так, чтобы хоронить было нечего! Не стоит приходить! Ааа!